меня, поднимаем руку. Кто не верит в меня, поднимаем ногу. Молодец. Братья и сестры, я только что 5 раз показал этого очень красивый трюка. Очень 5 раз показал. Я вас тоже покажу этого. Это, вы понимаете, у меня рост 170 сантиметров. А это не знаю сколько сантиметров. Ногой ударить буду. Такого еще никогда не видели. Потом для вас вот это мрамора. Вот это мрамора. Пополам слома ломать буду. Рукой. Рукой. Этого ногой, этого рукой ударить буду. Потом для вас вот эту арматуру тещую согнуть буду. Очень опасный, очень красивый крюк. Вот так согнуть буду. Приглашаю вас всех. Сейчас сразу начну вот так сейчас. Нитка сделаю. Еще раз скажу вам, братан, смотрите, это настоящий мрамор или не настоящий? Сломанное место есть или нету? Смотрите. Это мрамор. Ногой, вот. Рукой ударить буду. Рукой.
Вот, я 80, еще 80 килограммов меня держит. Рукой ударить буду, ломать буду. Потом, вот эта арматура. Братан, эта арматура настоящая или не настоящая? Настоящая, да? Это железо, арматура. Сошью, согнуть буду. Сошью, согнуть буду, вот так. Очень опасный труд. Потом самый красивый, вот это ногой ударить буду. Такого еще никогда не буду. Сейчас. Вот так. Да, правильно. Вот эту ногой ударить буду. Теперь чуть-чуть сюда, вот так будем, да. Подойдите, 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 да, подойдите. Ногой ударить буду. Как вы думаете, у меня получится ударить ногой? Итак, братан, чуть-чуть сюда, это улетает туда. Да-да, хорошо, все. Братья и сестры, внимание. Если у меня получится ударить этого баклажку, потом, пожалуйста, маленькая просьба к вам. Просто так не уходите, потом свой благодарность оставляйте нашему банку. Хорошо, перевод тоже можно, кому сколько не жалко. Потому что только что я показал, не убегает. Это нечестно. Это наша заработка после тренировки. Сначала покажу, потом свой благодарность. Хлопайте! Thank you.
руку, круче руку. Так, сюда поставь. Спасибо. А теперь, братья и сестры, кому сколько бежал, как вы благодарны. Спасибо, братья.